Добрый день, уважаемые старшеклассники! Мы с вами продолжаем работать с уголовным процессом. Почему мы на эту тему уделяем целых 2 часа? Я, проанализировав выполнение вами домашней работы, понял, что многие путают уголовный кодекс и уголовно-процессуальный кодекс. Между ними есть существенная разница. Зачем нужен уголовный кодекс? Ну, если вкратце, то он фиксирует то, что является преступлением, а уголовно-процессуальный говорит, как с этим преступлением жить дальше, как с ним работать, как человека реабилитировать. Поэтому давайте сегодняшний урок так и назовем: Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Наша задача сегодня раз и навсегда разобраться и разграничить 2 этих понятия. Начнем с Уголовного кодекса Российской Федерации. Что же это за документ? Ну, во-первых, как и любой нормативно-правовой акт в нашем государстве, он должен быть основан на Конституции Российской Федерации, что и происходит. Не только на Конституции, но и на общепризнанных принципах и нормах международного права. То, что принято за рубежом, то ратифицировано и в России. Документы этот мы используем с 13 июня 1996 года. Значит, Уголовный кодекс Российской Федерации, он состоит из 2 больших частей. Общее и особенное. Ну, общие части обычно есть всегда в любом документе, чтобы какие-то общие принципы заложить. А вот тоже особенное, как раз таки особенности, характеристики какие-то специфические, она уже выявляет. В документе 12 разделов, глав 34 и 360 статей. Вот, это весь документ на сегодняшний день. Давайте с ним сейчас и поработаем. Значит, Уголовный кодекс Российской Федерации основан на принципах законности, это понятно, равенства граждан перед законом, разумеется, вины, потому что отношение лица к совершению правонарушения должно быть справедливости и гуманизма. Эти принципы нельзя отсюда убрать, потому что какое бы плохое ни было деяние, его совершил человек. Соответственно, к нему и нужно относиться по-человечески, о чем нам и говорит гуманизм. Задачи Уголовного кодекса какие? Значит, Уголовный кодекс призван, что делать? Охранять права и свободы человека. Как раз-таки в нем прописаны статьи, в этих статьях отображены те или иные наказания, которые будут вменены человеку за совершение преступления. Охрана собственности, общественного порядка, общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя нашей страны от преступных посягательств. То есть все вот эти вот элементы, которые перечислены, они должны быть в полной безопасности, в полном покое, чтобы их никто не пытался сломать, уничтожить, переделать, имеется в виду насильственным способом. Значит, Уголовный кодекс призван обеспечивать мир и безопасность, ну как раз таки теми статьями, которые в нем прописаны, ну и предупреждать в принципе преступления, чтобы их не было. Но сами понимаем, что общество состоит из людей, человек – существо очень сложное, и, к сожалению, многие люди не застрахованы от того, чтобы стать преступниками, ну, в силу разных причин. Мы сейчас об этом говорить не будем, почему люди становятся преступниками. Мы просто это сейчас принимаем как данность и пытаемся понять, что же делает Уголовный кодекс, чтобы этого не было. Идем дальше. Разумеется, краеугольное ключевое понятие всего Уголовного кодекса Российской Федерации – это преступление. Давайте дадим определение этому понятию. Что же у нас понимается под преступлением? Значит, определение преступления следующее. Это виновно совершенное, общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом под угрозой наказания. Виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом под угрозой наказания. Что еще важно? Никогда не следует путать то, что преступлением не является действие или бездействие, ну, которое содержит признаки какого-либо деяния, предусмотренного Уголовным кодексом, но которая не представляет угрозу общественной безопасности, то есть где нет опасности для общества. Вот, такое деяние не является преступлением, и об этом в кодексе написано. Значит, преступления бывают разные, и какие группы преступлений рассмотрены в данном кодексе, давайте их себе пропишем. Значит, преступления небольшой тяжести. Значит, они могут быть как умышленные, так и преступления, совершенные по неосторожности.
У них обычно наказание, ну, самое минимальное, это максимум 2 года лишения свободы. Есть преступления средней тяжести. Причем сюда также относятся и умышленные, и неосторожные деяния. Здесь уже от 2 до 5. Дальше. Тяжкие преступления. Ну, тяжкие, раз они имеют такие жесткие последствия, когда жизнь человека крайним образом меняется, а то и вообще жизнь человека прекращается. Разумеется, человек это делает умышленно, а не по осторожности, не по неосторожности. Значит, наказание здесь не превышает 10 лет лишения свободы. Ну и особо тяжкие преступления, им тоже отделена особая глава в кодексе, это умышленные деяния, они однозначно умышленные, все тяжкие, особо тяжкие, они умышленные. Наказание превышает 10 лет лишения свободы или предусматривает более строгое наказание. Ну, сюда могут и штрафы вписаны быть, целым снежным комом набираться, и огромные сроки заключения, и запрет занимать определенные должности, и даже пожизненное заключение. Такое тоже может быть. Ну, сейчас о смертной казни мы не говорим, потому что Россия наложила на нее мораторий, и мы ее не можем использовать как вид наказания. Значит, в общей части говорится о том, что считать преступлением. Мы с вами определение дали, какие есть виды преступлений. Теперь особенная часть. Значит, в особенной части конкретизированы преступления, какие они могут быть. Но в целом, если мы их обобщим, то это преступления против личности, причем жизни, здоровья, половой неприкосновенности, сюда это все относится. Преступления в сфере экономики, преступления против общественной безопасности, общественного порядка, преступления против государственной власти. Видите, государственный аппарат – это люди, которые, ну, управляют нашим государством, нашим обществом, поэтому против них нельзя никакие учинять преступления. Преступления против военной службы. Недаром сроки тоже не самые маленькие. Из-за того, что военная служба и воинская обязанность, она на то и обязанность, что это обязаны делать все юноши от 18 до 27 лет. Раз это заложено в Конституции, будь добр, выполняй. Если ты не хочешь это делать, пожалуйста, вот тебе статья и отыгрывайся, да? Что называется, перед государством. Ну и преступления против мира и безопасности человечества. Сюда относятся всякие террористические акты, геноциды и прочее. Вот. Это обобщенные группы различных преступлений. Сейчас давайте с вами напишем, ну, такое, можно сказать, топ-10 самых частых преступлений. Значит, самыми частыми преступлениями являются следующие. 10-е место. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Значит, статья 115 Уголовного кодекса. В России за год обычно 14 тысяч человек осуждаются по данной статье, за данное преступление. Мошенничество. Ну, это уже экономика. Мошенников никуда не уберешь. Они чаще всего доверчивых бедных пенсионеров пытаются, что называется, раскулачить. Статья 159, 18 тысяч человек в год попадаются по этой статье. Производство, сбыт или пересылка наркотиков. К сожалению, 228 статья, а именно пункт 1, по которому и судят наркоманов, ну и в принципе наркодилеров, всех тех, кто занимается сбытом, ну, не остановить, к сожалению. Этот бизнес очень прибыльный, хотя непонятно, за что там вообще деньги платить. Получается, люди платят деньги за то, что сокращают свою жизнь лет на 30. Ну, замечательно, что сказать. 20 тысяч человек всего лишь, хотя наркоманов в мире очень много. Если посчитать, в нашем мире целый миллиард наркоманов, учитывая то, что численность населения планеты приближается к 8 миллиардам человек. 7-е место. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 111-я статья. Как видите, численность преступников увеличивается целых 23 тысячи. Это убийцы. Маньяки сюда же относятся. 6-е. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Статья 119, 24 тысячи. По этой статье чаще всего осуждаются. Грабеж, 161, 30 тысяч. Ну, никто не отменяет желание наживиться за счет чужого имущества, улучшить свое благосостояние. И на 5-м месте грабеж у нас и стоит. 4-е. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей. Это те люди, которые пытаются избежать уплаты алиментов. Как правило, отцы.
потому что ребенка оставляют с матерью, мы об этом говорили, это такой правовой обычай. А отцы уклоняются, 40 тысяч человек по этой статье осуждаются. Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию. Статья 264, пункт 1. То есть административка, плавно перетекающая в уголовку. 72 тысячи человек осуждают по этой статье. То есть человек, которого, например, лишили права, а он вдруг, ну, можно сказать, кого-нибудь сбил, например. Видите, очень часто такие случаи бывают, потому что люди не хотят отказываться от своего средства передвижения. Второе место вновь в нашем топе встречаются у нас наркотики, а это уже приобретение и хранение. Ну, ладно, как бы человек, который производит, сбывает и пересылает, но а те люди, которые это покупают, что получается, мы их вообще это оправдаем? Ни в коем случае, эти люди тоже считаются виновными, и их по этой же статье будут осуждать. Целых 80 тысяч человек в год у нас осуждают по этой статье. Причем эта статья нарушает сразу, ну, если вот так вот посудить, даже если среди нас есть христиане, Библию нарушают. По Библии сказано, что опьянение там или затуманивание разума церковью вообще-то не приветствуется. Неважно чем, будь то алкоголь или психотропные вещества, все это запрещено. Ну и 158 статья, номер 1, первое место, это кража. 175 тысяч человек ежегодно слышат приговор, вы осуждаетесь по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это был топ-10 самых частых преступлений в Российской Федерации, которые совершаются. Давайте с вами перейдем к Уголовно-процессуальному кодексу. Уголовный кодекс нам сказал о том, что такое преступление, что считать преступлением, сколько за это давать и так далее. Но есть уголовно-процессуальный кодекс. Что же это за нормативно-правовой акт? Он устанавливает порядок уголовного судопроизводства, то есть как мы будем судить человека за его преступление. Именно судить, а не то, сколько он там должен сидеть или что он там совершил. Значит, с 2001 года этот закон появился, он существует отдельно от Уголовного кодекса, это Уголовно-процессуальный кодекс. И у него даже структура, посмотрите, отличается. Он состоит из 6 частей, эти 6 частей разделены на 19 разделов, 57 глав и целых 475 статей. Ну, практически на 115 больше, чем было в предыдущем варианте в Уголовном кодексе. Вот об этом сейчас мы должны с вами поговорить. Итак, основные понятия. Понятия, которыми оперирует данный кодекс, это алиби, апелляционная инстанция, близкие лица, близкие родственники, вердикт, государственный обвинитель, дознаватель, досудебное производство. Это самые распространенные понятия, есть, конечно же, еще и другие, но нам с вами в учебных целях достаточно знать хотя бы эти, потому что они будут встречаться и в ЕГЭ, ну и в тех работах, которые мы проводим периодически. На каких принципах работает Уголовно-процессуальный кодекс? Значит, запрет на осуществление действий и принятие решений, унижающих честь и достоинство участника уголовного судопроизводства, ну, это очень похоже на принцип гуманизма из предыдущего кодекса. Запрет на осуществление действий, создающих опасность для жизни и здоровья участника уголовного судопроизводства. Ну, обычно люди же считают, что могут вершить самосуд, сами решать свои проблемы. А нет, ни в коем случае. Те люди, которые участвуют в уголовном судопроизводстве, они тоже защищаются. Недопустимость применения насилия, пыток и другого жестокого или унижающего обращения к участникам уголовного судопроизводства. То есть человеческое достоинство обращению. Вот, как видите, должно быть. Дальше. Недопустимость задержания или заключения под стражу при отсутствии на то законных оснований и другие. Ну, то, как осуществлять процесс, какие действия нужно осуществлять, это как раз-таки тут и прописано. Разумеется, нельзя нарушать человеческие права, унижать человеческое достоинство. Потому что мы обычно, когда слышим слово там «судебный процесс», ну, наверное, перед нами возникает такая жесткая картина, шаг право, шаг лево, расстрел, ничего говорить нельзя, это говоришь под присягой чисто правду, иначе тебя за клевету посадят.
Вот обычно такая картина. Ну, как видите, с точки зрения законодательства, все куда, ну, гуманней. Структура. Значит, 6 частей, из которых состоит кодекс, который мы сейчас разбираем, о чем они. Значит, первая часть, как всегда, это основные положения. Принципы, кто участвует. Мы с вами участников на прошлом уроке расписывали, и в домашней работе вы тоже с ними работали. Вторая часть. Ну, это принципы, порядок доказательств, жалобы, другие меры. То есть, вот такие вопросы, они там есть. Дальше. Третья часть. Собственно, судебное производство. Первая, вторая инстанция, особый порядок, особенности принятия производства мировым судьей и так далее. Приговоры, определения, постановления. Четвертое. Особый порядок уголовного судопроизводства. Это отдельные категории уголовных дел, особенности производства и отдельные категории лиц, например, как судить государственных чиновников и прочее. Пятая часть. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. Значит, взаимодействие судов, органов дознания с иностранными государствами, международными организациями, в том числе экстрадиция здесь же подразумевается. Шестая часть. А вот это уже перечень бланков, порядок применения различных протоколов и прочих процессуальных документов, исполнительных листов и так далее. Поэтому этот кодекс, он намного длиннее предыдущего, который мы рассматривали. Таким вот образом. Значит, я думаю, что сейчас уже понятно разграничение между вот этими двумя документами. Поэтому давайте дома сделаем следующее. Те записи, которые у вас есть в тетрадях, вы их внимательно, конечно же, читайте. Также в интернете найдите два документа. Ну, собственно, и один, и другой. Значит, когда будете читать Уголовный кодекс, то рядом с каждым преступлением из того топа, который мы с вами написали, топ-10, напишите вид наказания. То есть, что человеку за это будет? Там 5 лет лишения свободы, там штраф 1 миллион рублей. То есть, буквально кратенько рядом напишите, чтобы вы просто об этом знали. А вот когда будете читать Уголовно-процессуальный кодекс, то те основные понятия, которые мы заявили, это алиби, дознаватель и так далее, там дайте рядом им определение вот этим вот понятиям. Я думаю, домашнее задание простое. На этом наш урок окончен. Всем спасибо. До новых встреч!